Привет, зритель! Ставим лайки и поехали! Любите ли вы тыквенные семечки? Вот уже много лет семена тыквы остаются наиболее востребованными и самыми популярными семечками в мире. И дело тут не только в размерах и удивительных вкусовых качествах семян. Просто это тот самый продукт, который кроме наслаждения дарит нам и неоценимую пользу. Впервые тыква появилась в Центральной Америке, где этот овощ являлся одним из основных продуктов питания местных индейцев. Гораздо позже о тыкве узнали конкистадоры, которые высоко оценили сочную мякоть овоща и привезли его в Европу, откуда тыква распространилась по всей территории Земли. Тут человечество и узнало, что истинная ценность тыквы вовсе не в мякоти, а в семенах, которые являются важнейшими компонентами питания для человека, дарят ему здоровье, молодость и красоту. Тыква – один из главных продуктов осени, он очень вкусный, полезный и еще дешевый, именно в сезон. Когда вы чистите тыкву, то скорее всего выбрасываете семечки. Но это ошибка, ведь семена тыквы не менее полезны, чем сама мякоть. Состав продукта. Не секрет, что зерна тыквы отлично борются с кишечными паразитами – глистами. Токсин, которого так боятся кишечные паразиты, называется кукурбитин. Он совсем не опасен для здоровья человека, но помогает избавиться от глистов как детям, так и взрослым. Цинк, который также содержится в семенах тыквы, крайне полезен для мужского организма. Все дело в том, что цинк препятствует возникновению рака простаты, поэтому специалисты рекомендуют каждому мужчине съедать около 60 грамм семечек в сутки. Кушать тыквенные семечки также полезно тем, кто страдает от угревой сыпи, тусклости волос. Такие признаки явно указывают на острую нехватку цинка в организме. А чтобы ее возместить, достаточно включить продукт в свой рацион всего на несколько недель. Микроэлементы, содержащиеся в тыквенных семечках, также необходимы для нормальной работы пищеварительной и опорно-двигательной репродуктивной систем и для здоровья глаз. Семена тыквы активно используют для лечения всевозможных недугов. Их применяют для лечения запоров, очищения организма от тяжелых металлов, для нормализации работы печени и улучшения работы головного мозга. Тыквенные семечки эффективны при заживлении ран и ожогов. Для того, чтобы добиться целебного эффекта, необходимо приготовить кашицу из семян, а затем приложить ее к ране на несколько часов. Вред тыквенных семечек. При всей пользе тыквенных семечек, которую они способны дать организму, бесконтрольное употребление этого продукта может иметь самые негативные последствия для здоровья. Медики предупреждают, что чрезмерное увлечение семенами тыквы может грозить человеку расстройством пищеварения, сбоем в работе нервной системы и даже анафилактическим шоком при аллергической реакции. Кроме того, не следует забывать, что семена тыквы довольно калорийны, а значит людям с избыточной массой тела употреблять такой продукт следует с осторожностью. И людям с повышенной кислотностью желудка, а также лицам с гастритом и язвой в период обострения болезни стоит воздержаться от употребления семечек. Тыквенные семечки. Как выбрать и хранить? Конечно, в идеале самые полезные тыквенные семечки – это не жареные, крупные и, главное, как можно более свежие. Ну а если вы их любите жареными и не можете отказаться, лучше всего это купить на рынке сырые семечки и жарить их дома самостоятельно. Как правильно жарить тыквенные семечки? Чтобы поджарить тыквенные семечки и при этом сохранить их полезные свойства, нужно распределить семечки одним слоем на противень, нагреть духовку до 75 градусов, не больше, и поставить их на 15-20 минут. Исследования показали, что если жарить семечки дольше 20 минут, структура полезных жиров начинает меняться. При более высокой температуре семечки получат более интенсивный аромат и вкус. Если вас интересует в первую очередь польза тыквенных семечек, то не превышайте температуру в 75 градусов. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.